события, каталонский крестовый поход на Балиарские острова, взятие наварцами Туделы, брак Матильды, дочери Генриха I, с императором Генрихом V, начало мятежей немецких феодалов против Генриха V, новгородским князем Мстиславом Великим и посадником Павлом в Ладоге заложена каменная крепость. Лжелион Диаген, зять Мономаха, собирает в Подунаве войска для борьбы за престол, султан Шах и Банредван становится султаном Сирии, родились, СМ. Также, Категория. родившаяся в 1114 году Жерар из Кремоны, средневековый ученый, скончались. СМ. Также. Категория. Умерший в 1114 году Алипий преподобный святой первый русский иконописец Нестор, монах-летописец, автор повести временных лет. Около 1114. Смерть Алана Фитцфлаалда, бритонского иммигранта, сподвижника Вильгельма Завоевателя. Он стал родоначальником династии Стюарта.